Поздравления с профессиональным праздником в это воскресенье будут принимать и работники завода горячего цинкования «Конус». Предприятие не так давно ведет свою историю, всего 12 лет, но уже уверенно занимает лидирующие позиции в списке предприятий металлургической отрасли. Расширяется производство, а за ним и география поставок. Продукция «Конуса» пользуется большой популярностью в разных регионах России. Ключ к успеху прост – люди и их трудолюбие. Сегодня на предприятии работает 220 человек. В прошлом году мы запустили новое производство. Это совершенно новое для Республики Беларусь – термодиффузионное оцинкование. И благодаря нашей работе, совместной работе вместе с БНТУ и Академией наук, нам удалось организовать импортозамещающее производство по оцинкованию мелких изделий. Ну и благодаря высокому качеству мы сегодня обеспечиваем оцинкование металлоконструкции свыше 50% идет на Российскую Федерацию. Это очень важные объекты в Российской Федерации. Это «Газпром», нефтеперерабатывающие предприятия, крупные объекты энергетики, дорожной отрасли. Мы отмечаем свой профессиональный праздник – День металлурга. И к этому празднику мы подошли достойно, потому что мы выполняем все основные показатели, которые доведены нам вышестоящей организацией. Уровень заработной платы на самый высокий в регионе. Тот социальный пакет, который мы сегодня имеем, он обеспечивает ту закрепленность наших людей именно на предприятии, которые работают, вкладывают душу в развитие, инновационное развитие нашего предприятия. Конечно же, в этот прекрасный день, солнечный день для нашего предприятия, хотелось бы поздравить всех металлургов. Крепчайшего здоровья, успехов, мирного неба над головой, благополучия, хорошей заработной платы. И чтобы мы были одним сплавом, все металлурги, одним сплавом, который выполняет поставленные задачи нашим президентом для развития и укрепления нашей Республики Беларусь.